Ребят, всем привет! Ох, как горячо! Это Андрей из канала «Сделайся сам». Я жив, пока еще здоров. И делаю вот такую вот интересную штуку. Вообще, я люблю делать штуки, связанные с электрикой. И такие каналы, как Black Cat, мне очень заходят, потому что я сам точно такой же. Правда, мало про это снимаю. Сейчас все загорится у меня здесь реально, и рука, и стол, не выдерживаю. Но проверяю, потому что нужно увидеть стабильность, а стабильность есть благодаря вот этой вот простой примитивной схемке. Значит, есть у меня неизвестный трансформатор. Возможно, у кого-то есть даташит на такой трансформатор. Я нигде в интернете не нашел. Поэтому сам определил, каким образом нужно соединить первичные обмотки, каким образом взять со вторичных обмоток, чтобы получить необходимое для меня напряжение, и еще и застабилизировать, подрегулировать, какое мне нужно напряжение. Ну, на самом деле, это не мне нужно, а моему другу, который занимается строительством. Ему нужно резать пенопласт. Ай-яй-яй, не могу. И ему нужна установка, которая будет давать более-менее стабильное напряжение на нить накаливания. У него уже вышло из строя несколько импульсных блоков питания по 100 Вт. Не знаю, конечно, каким образом они вышли из строя. Там, в принципе, ток не очень большой, порядка нескольких ампер. Ну, в общем, он пришел к выводу, что нужен трансформатор. Это самая надежная штука в мире. Пока в нее ракету, конечно, не запустят. А так эта вещь жужжит десятилетиями и хоть бы хны ей. Поэтому мы выручаем товарища и тратим некое вечернее время после полива свободное. Вон, посмотрите, какие там папоротники наполивал. Чтобы сделать для него такой вот вспомогательный девайс. В общем, ожидайте. Думаю, видео будет на две части разбито. Первое, как подключать обмотки в неизвестном трансформаторе, чтобы ничего не сжечь и сберечь глаза. И вторая часть видео, как смастерить такой вот регулятор стабильного выходного напряжения для какого-то устройства. Это может быть, кстати, и зарядка для аккумулятора вполне даже себе. Давайте бросим это, потрогаем. Не, даже ни грамма не нагрелся. Порядок. А здесь? И здесь порядок. Кстати, обратили внимание, хоть здесь у меня все изолировано, но я прикасаюсь вот так. Почему? По технике безопасности. Если где-то пробой будет, то так меня не прихватит. Ладно, ожидайте видео. А пока, пока-пока.